Всем привет еще раз. Встал после вахты, спустился вниз на обед, смотрю, картина. На палубе разложены какие-то сувениры, на переборках какие-то магниты, на рейлингах какие-то пояса, какие-то сумки. Оказывается, ребята, которых мы подняли на борт вчера, это один швартовщик и один электришен, который фонарь устанавливает на баке, специальный для Суэцкого канала. Так вот, эти ребята открыли так называемый базар. Процедура у них это стандартная. Когда они просыпаются с утра, если вы ночью вошли в конвой, то они делают так называемый базар, то есть приносят с собой какие-то сувениры и разлаживают это все на палубе и торгуют. Цены, в принципе, выше среднего, где-то процентов на 30, но как бы все равно приятно купить какой-то магнит, если вы проходите просто Суэцкий канал, идете там в Сингапур, взять египетских магнитиков себе, там, знаете, как сувенир домой. Вот такая вот идея с этим базаром. Поэтому, если будете проходить Суэцкий канал, как бы вы им не запрещайте, тут ничего страшного нету. Они все красивенько, ровненько разложили, как бы поторговали. Ну и я думаю, что когда будем уже выходить с канала, все это соберу спокойно и уйдут. Вообще, ребята очень такие спокойные, без какой-то наглости, знаете. Все так цивилизованно разложили, цивилизованно подошли, спросили, можно ли нам разложить свой базарчик. Короче, все, им дали добро, в общем. Ну и сейчас, как бы, они отдыхают, где-то там ходят, я не знаю, их не базар там на палубе лежит, как бы, они не парятся, что там что-то у них покрадут там или еще что-то. Сейчас мы стоим на якоре в озере Bitter Lake. Это где-то 2/3 пути от Средиземного моря на выход в Красное море. И если помните, я вам говорил, что мы подняли на борт шлюпку и двух мужиков. Один, получается, швартовщик, который на этой шлюпке едет и швартует судно, если надо. А второй — это электришен. Так вот, по поводу шлюпки. Я хотел вам показать, какого вида эта шлюпка, чтобы, если вы будете пересекать Суэцкий канал, проходить транзитом, тогда вы уже будете представлять, какая шлюпка, возможно, будет у вас на борту. И тогда вы уже подгадаете, каким краном вам лучше ее цеплять. Или грузовым, или же там провизионным. В общем, смотрите. У нас есть вот такой вот кран, да? Этот кран где-то 25 тонн. Там мы подходили, порт-контрол спрашивал, какой у нас кран и сколько у нас их всего. Мы сказали, два крана по 25 тонн, в общем, ну они сказали, классно, все, будет шлюпка, поднимите этим краном ее, потому что она там где-то приблизительно 4 тонны. Ну так вот, я сейчас вам продемонстрирую эту шлюпку, которую по информации от порт-контрола 4 тонны она весит, смотрите. Вот такая вот обычная резиновая лодка, надувная. Есть мотор у нее, получается, топливный бак, весел нет, в общем. Вот такая вот резиновая лодка, ничего особенного. Поэтому, если у вас есть какой-то провизионный кран, который грузоподъемностью где-то 2 тонны, в принципе, можно этим краном эту лодку поднять, потому что, ну, она реально где-то 400 кг, это максимум вместе с мотором. Вот что хотел вам продемонстрировать по поводу этой лодки и вообще вот ситуации по поводу поднятия ее на борт. Как бы, теперь у вас есть какая-то информация, как это происходит, как это выглядит. Поэтому не переключайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите вопросы в комментариях. Обязательно отвечу. И, кстати, если кто-то проходил Суэцкий канал и у кого-то были какие-то другие шлюпки там, да, или какие-то модели, или какие-то другие процедуры поднятия, вы их напишите в комментариях, интересно почитать. А теперь не выключайте это видео и смотрите дальше.
Я сейчас нахожусь на носовой части судна и хотел бы вам показать, что собой представляет прожектор Суэцкого канала. Это тот прожектор, который специально устанавливает электричен, который садится на борт в Суэцком канале. Как бы без него судно не имеет права проходить транзитом в Суэцкий канал. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что с тобой он представляет. Вот сам фонарь, как бы прожектор. Вот какой-то тут переходник к нему. Вот как он крепится. Вот такие крепления. Вот такой вот прожектор для транзита в Суэцком канале вам обязательно придут поставят, если же у вас нет такого штатного. Как правило, суда, которые не так часто пересекают вот Суэцкий канал, они такой прожектор не имеют, и поэтому каждый раз на борт приходит специально обученный электричен и устанавливает вот такой вот прожектор. В общем, как для меня это просто очередная выкачка денег, зачем он нужен, я не знаю. Но как бы такая информация для вас будет очень важная. Вы теперь будете иметь представление, что такое прожектор Суэцкого канала, где его устанавливают, каким образом его крепят. В общем, у вас будет хоть какое-то представление. Поэтому не переключайте видео, смотрите дальше, будет интересно. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайки. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, если возникают вопросы, пишите их в комментариях.